весь ответ. Промблес, пошел, модем, опасность. Там сплиттербласт хороший, клэп есть, рамблес страдает. Промахи! Да нет, модем смог добиться, получает вейв. Получает вейв, размен 1 в 1 здесь произошел, соло пытается пробить Кингера еще. Я думаю, что дэмэджа ему не должно хватать. Кингер там может еще сманеврировать, как-то в кусты уйти. Но местов очень много было. Эти топорики, да, постоянно там, жутко бить. Паш, тоже стол насчет дропка гонять начинает, да, да, ее должны убивать. Хороший. Ну и снова там Роджер здесь. Тут как тут. Сайленса нету, и уже никуда не уйти. Сейчас как раз будет сэшбакл, просто выбирать. Да. Ну, двух, наверное. Так. Газ неплохо, спа под соло, есть фиссура. Ставится Винтерскер. Роджер с даггером. Нужно дождаться. Ну там еще и Моден Праймал Спит раскастовал. Не знаю, найдет ли время сейчас Шейкер влететь. Рамзес здесь нажимает, но ультимейт вынуждена. Прокастовались там Кодоса. Кодос получает лакишот. Еще ассасинейт спину. Его все-таки смогли забрать. Тролль летает, его сняли под газ. Шикарной комбинации. Хорошо. И вот сейчас Роджер влетает в одного брата персонажа с Хэслэма, но есть сейв. Есть сейв в виде Колдебрейта. Роджер в итоге на развороте может получать Моден. Такие криты в спину залетают. Примастер очень мощный. 3 в 1. Неплохо дерутся ребята из Empire. Паша идет дальше. Пробить Дрэм пытается, но не добивает его. И Дрим трипл килл на развороте, но есть снайпер. Снайпер остался, чтобы добить всех. Дроу Рейнджер пытается отступить, но есть Шрапнель, получил Вижн и сразу же добивает Дроу Рейнджер. 3-3 в итоге. Но Ван остается, добивает Союша. Сможет ли он это сделать? Ассасинейт просто раскастовывает наглую перед ударами Модена. Фиссура Ван, Вашана нет. Теперь ты без Прайма Сплита. Да, да. И Дракулу организовать особо не получается пока. Ой, какие мощнейшие удары. Фиссура, Ассасинейт залетает. Все это по Кингеру. Получает он стан от Соло. И Соло делает это убийство. Погибает сам. Но Роллинг Тандер под боем Паша. Еще в таком замечательном проходе, где можно несколько раз подстанет Роджер. Есть вроде, но все равно не хочется это делать. Просто кого-нибудь убить на открытой позиции. Ах, и я буду уже начать отталкиваться. Хороший стоп от соло. Паша должен уже в ультимейту ходить и просто блинковаться туда в центр за место. Ну да, это конечно, это последняя драка. Тут на открытом пространстве имперцы вообще ничего не смогут сделать. Да, солочек фокуснули, но это какой-то 10-й его смерть. Он просто жертвует собой в каждом замесе. Это уже, в принципе, нормальные грифты. Север, инициатор, как и должно быть. Хорошо стоят. Скайграунда просто дрим. Но Нунчик тоже умеет. Шрапнель-то есть. А там Рамзес просто прыгает в ЦСКА и не боится вообще. Вообще ничего не боится, начинает работать, а БКБ у него еще остался, но прожимает по Дриму, срабатывает пассивка сейчас, Дрим пострадал, убегает, но спид у него хороший. О, тут кстати, вы дэмэдж. Неплохо. Только этот дэмэдж бы еще по сопернику нанесли. Тут Нуван. Нуван есть, Рамзес уже просто в трон пошел, ломать его. Никого не боясь. А да, Модена нет, Винтерверны тоже нет. Втроем будут отбиваться сейчас ребята из Empire, против пятерых. Там и грифсы не забываем, там уже и лотус орбы, там все имеется. Сатаник вот скоро открутится, 12 секунд осталось, там за шмотки выкладывает, перекладывает. А Хаслэм это байт был, отлично, Роджер прыгнул, телекинез, правда, получает Союза. Кодос БКП нажал, и good game well played. Ребята соглашаются с поражением в карте под номером 1. Ну, точнее, первой и последней карты в этом противостоянии. Формат, напоминаю, best of one.